спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В пятницу в Самарской области облачно и пасмурно. Местами пройдет небольшой дождь. Дневная температура 19-21, ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Ветер северный, северо-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани на небе облака, днем плюс 21 градус, ночью плюс 12. Северо-восточный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, днем плюс 20, ночью плюс 14 градусов, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. В Самаре облачно и без осадков, плюс 19 градусов в дневное время, ночью плюс 13. Ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 39%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.